Забираемся на холмик посмотреть, что там вверху. Уже травка зеленеет здесь, хотя и снег лежит еще. Огибаем ветки, деревья и вперед. Буквально пару шагов в сторону, и уже зима в лесу. Еще снег лежит, не растаявший. А елочки красивые какие. Столько шишек, прям как после листопада какого-то. Белки баловались, наверное. Какой-то молодой цветочек вылазит потихонечку. Говорят, что это и есть подснежник.